Всем привет! Продолжаем бродить по образам античной мифологии. Несколько слов о Гиацинте. Гиацинт, Гиакинф – древнее божество догреческого происхождения, олицетворяющее умирающую и воскрешающую природу. По некоторой из версий, он сын спартанского царя Омикла и Диомеды. Был любим Зефиром, Аполлоном и Фамирисом, прекрасным фракийским певцом. Юноша необыкновенной красоты, возлюбленный Аполлона. По одному из мифов, когда Гиацинт и Аполлон метали диск, легкий ветерок Зефир, ревновавший Гиацинта к Аполлону, направил брошенный богом диск в голову юноши, и тот упал замертво. И вот как пишет Овидий в Метаморфозах: «О Гиацинт, побледнели они одинаково оба, отрок и бог. Он в объятиях взял ослабевшее тело, он согревает его, осушает печальные раны, душу бегущую прочь оживляет, травой прикрывая. Все понапрасну, была нецелимой отроковой рана». Вот так пишет Овидий в Метаморфозах. Горюя о своем любимце, Аполлон превратил капли крови погибшего в яркие цветы Гиацинта. По другой версии мифа, гибель Гиацинта была случайной. Вот такая история про Аполлона и Гиацинта. Все, пока, всем привет, до свидания.